Привет, дорогие подписчики! Сегодня у нас для вас интересный момент, который точно стоит вашего внимания. Лайв Тэхёна! Будем играть в Fall Guys! Код карты VMDE82, присоединяйтесь! Изначально я планировал сыграть в Crazy Aradis Чонгуки, но он сказал, что у него сегодня планы с родителями, так что я здесь один. Далее идет смешная ситуация. А реакция Т просто убила, читает ник одного из игроков. «Уйди с дороги, Чон-Чонгук мой!» А потом он ее удалил из игры, и его довольное лицо после этого — Чон Арми. Тэхён мой, Чонгук. Нет, мой Арми. Чонгук мой, Тэхён. Бан. Все мы знаем, что мир кей-поп полон тайн, скрытых намеков и неожиданных поворотов, особенно когда дело касается знаменитых айдолов, таких как Тэхён и Чонгук из BTS. И вот сегодня поговорим о том, как крупные компании, такие как HYBE, управляют информацией и почему иногда скрывают определенные моменты. Начнем с истории, которая произошла во время одного из эфиров Тэхёна. Он запустил прямой эфир на Weverse и пригласил ARMY играть с ним в Fall Guys. Тэхён поделился кодом для карты, но также упомянул, что изначально планировал сыграть с Чонгуком, но тот был занят планами с семьей. Знаете, что интересно? Во время игры один из фанатов написал ник «Уйди с дороги, Чон-Чонгук мой». И знаете, что сделал Тэхён? Он удалил этого игрока, и его реакция была просто неописуемой. Это тот самый момент, не отредактированный кампанией и информационными каналами, привлек внимание фанатов, и за это фанаты начинают еще больше любить их взаимодействие. А теперь представьте себе, та же ситуация с материалами, которые официально публикуются, вот, например, из той же серии. В пятом мастер-видео Тэхён и Чонгук были в кадре в очень интимный момент, где Тэхён чуть ли не поцеловал Чонгука. Но что произошло дальше? Видео оказалось обрезано, и некоторые кадры были скрыты. Почему? Это все напоминает ту самую игру, когда нужно освещать определенные моменты, чтобы не выйти за рамки дозволенного. А вот когда они хотят, скрывают все или наоборот, афишируют. Эта игра в видимость и невидимость таких моментов давно уже стала привычной для фанатов, и их это не удивляет, но тем не менее они продолжают искать все эти детали, которых не показывают в официальных видео. Почему так? Почему определенные моменты остаются скрытыми? Это напоминает нам о том, как компании вроде HYBE работают с изображением своих артистов и контролируют, что можно показывать, а что нет. Мы видим кадры, которые с удовольствием обрабатываются и обрезаются, чтобы не выйти за рамки того, что можно. А те моменты, которые, возможно, могли бы усилить слухи или навести на более глубокие догадки, остаются вне поля зрения. Иногда это делается для того, чтобы не нарушать имидж, а иногда, чтобы избежать лишнего внимания, которое могут привлечь такие кадры. Но, несмотря на это, мы знаем, что фанаты всегда найдут путь, чтобы увидеть скрытые моменты. Ну и, конечно, не обошлось без милых фоток Dispatch. На выпускном Чонгука Тэхён пришел с букетом цветов, покормил его едой, и все это было заснято фотографами. Фанаты были в восторге от того, как Dispatch запечатлел такие моменты. Хоть компания и обрезала многие кадры, фанаты все равно нашли, что любить. И напоследок, почему мы так мало говорим о таких моментах? Может быть, потому что порой эти кадры слишком-слишком для официальных источников, как Dispatch или HYBE. Они часто молчат, скрывая личные моменты своих айдолов, но для нас, фанатов, эти детали всегда самые важные. Ну а пока, друзья, это все на сегодня. Надеюсь, вам понравилось, и вы тоже не забыли про эти милые моменты. Тэйкук! До встречи в следующем видео, и не забывайте подписываться и ставить лайки. Пока-пока! Всем привет-привет! Карта дня для Тэхёна и Чонгука. Ну, как карта дня? Ну, не совсем карта дня. Здесь и сейчас, ближайшее будущее. Что нам скажут Таро? Сначала Тэхён, потом Чонгук. Тэхён, потом Чонгук. И для них карту с другой колоды я достану. Так, а теперь для них двоих, для Тэхёна и Чонгука, карту для Тэхёна и Чонгука, карту для них двоих. У Чонгука очень хорошая, я люблю эту карту, просто замечательная карта. Это карта целей, мечты, карта будущего, что дальше, что в будущем. Но здесь и сейчас, если карта, это можно сказать предчувствие какого-то шторма, видите? Что-то надвигается,
вмешательство какое-то, ну, скажем, возможно, в его дела. Карте есть тоска, тоскует, а по общению также значение в этой карте есть. Карта на самом деле говорит, ну, что же вы хотите, определитесь. Карта красоты, запретный плод, сладок, тоже карта общения. В этой карте есть причина и следствие как таковое. А еще ключ к будущему. И им две карты реально вышли к будущему. Попытка открыть дверь. В этой карте есть такое значение, книга не написана. Или находится что-то в разработке у него. Возможно, участие в чем-то. В этой карте есть журнал и произведение. Фотосессии и, возможно, ну, уже журнал покупают. Да, там, и как бы это уже реально продается, этот журнал. Ну, вот что-то еще будет. В общем, да, потому что карта вышла реально будущего. А что у них? Вот смешанные чувства карта вышла, какое-то давление извне, что-то недоделано, недооценено. Вот перед этим был у меня расклад, я говорила, да, там зацепила эту тему, что, возможно, что-то сделали не так. И вот в этой тоже есть карте значение недооценить что-то. А потом нерешительность какая-то. В этих картах есть длительное время, например, ощущать себя, вот карта говорит Джек там какой-то, ну, например, в этих картах есть тоска. Тоска по друг другу, это же мы на отношения. И карта говорит, более здраво оцените ситуацию, что на самом деле происходит, и успокойтесь. Карта убрать неуверенность в отношениях. И если уж такие карты вышли, то уж точно будет убирать неуверенность какую-то, нерешительность. Тема отношений. Что-то взять, что-то отдать, я уже говорила, да. И здесь, возможно, неравное, да. Кто-то больше там уделяет внимание партнеру, кто-то меньше уделяет внимание партнеру. Даже на карту посмотрим, смешанные чувства, да. То есть здесь вот один смеется, второй грустит. В общем, вот так сейчас, да, происходит. Ну, давайте достанем еще карту сюда. О, окей, выпрыгнула. Так, а здесь? Ну, опять-таки, помните, карты им выходили тоже. Общаются, в общем, они вот, и связь у них налажена, секретно общаются. И, в общем, как я и сказала, убирают всю вот эту нерешительность, допустим, если даже есть вмешательства какие-то извне, стараются все это убирать, стараются, видите, какие карты вышли, стараются общаться, наладить коммуникации. Первая же карта вышла загадочности какой-то, загадочное, что-то загадочное, познание неизведанного. И вот как для них двоих сейчас же дальше продолжение службы. И, возможно, карты об этом говорят, вот созваниваются друг другу, секреты вышли, что-то рассказывают о службе, как у них там дела. Ну, мы видим, по картам они общаются. Ну, понятно, смешанные чувства сейчас, тоскуют люди, такие карты выходят. Вы уже в курсе, потому что Тэхёна Чунгук, у них уже есть распределение по частям, выйдут они в город, выпускные у них, и будет встреча с родителями. Вот, возможно, кто-то близкий посидит, и, возможно, мы увидим фоточки. А нас-то интересует, ну, они не рядом будут служить и не в одной части. Я не знаю, Тэхён второе обучение пройдет, возможно, он там ближе где-то будет, возможно, что-то поменяется, но пока так. И давайте спросим, например, увидятся они, например, ближайшее будущее. Достанем карту. Ближайшее-ближайшее будущее. Увидятся, потому что от вас такой был вопрос, и я спрашиваю, увидятся они. Так, такие интересные карты вышли. Это карта первой любви, первой встречи, первая настоящая любовь, любовные переживания. Непредсказуемо, неожиданно. Карта сюрприза, что-то произойдет. Ну, здесь написано шокирующие какие-то события. И вот, кстати, у Чунгука тоже там такое было значение, я говорила, да? А эта карта говорит о скрытости. Даже если они встретятся, мы об этом точно не узнаем, потому что две, одна в одну, вот карты вышли какого-то секрета. И здесь секрет, и здесь секрет, и здесь, например, да, вот связи. Смотрите, как интересно вышли. Здесь карта связи вышла, да, какой-то сюрприз и какие-то события. И по этой карте точно так же. Вот. И карта, опять же, вышла с каких-то тайных загадок. В общем, даже я спросила, встретятся они в ближайшее время. Карты, вот особенно эта карта, подтверждает, что встреча, да, вот, видите, встреча. Но это все в тайне будет, видите. Вот так.
Спасибо за поддержку. Всем пока.